Всем добрый день, с вами по-прежнему Ли Супер Дизет, и вы смотрите нашу новую обновленную рубрику «Рецепты от Ли Супер Дизета». Сегодня мы приготовим свиные ребрышки, поджаренные на сковороде, а потом мы уже сварим макароны. И как это сделать, я вам сейчас покажу. Поехали! Итак, мы сегодня, как я уже говорил в начале, приготовим свиные ребрышки, поджарены на сковородке, и вот эти макароны. Но что для этого нам понадобится? Вначале я вам сейчас скажу. Нам понадобятся сейчас вот такие свиные ребрышки, репчатый лук, 3 зубчика чеснока, лавровый лист, 3 черных перца с горошком, смесь хмели-сунели и молотый черный перец. А соответственно, после вот этого приготовления свиных ребрышек мы еще сварим макароны. А макароны у нас будут вот такие. В данном случае это, скорее всего, наши, но по итальянской технологии. Итак, мы начинаем наш сегодняшний выпуск рецептов от Ли Супер Дизета. Поехали! Итак, передо мной сейчас будет вот эта инструкция по приготовлению этого блюда. Сейчас я открываю свиные ребрышки. Надо сказать, что желательно выбирать свиные ребра, вот сейчас я покажу. Но сначала мы их промоем. Вот инструкция нам дается. Нам дается инструкция, что нам нужно их обязательно промыть. А сейчас мы это и сделаем. Желательно выбирать маложирные свиные ребра. Здесь мяса много, а жира мало. Ну что же, соответственно, я нарезаю на порционные куски. Только сначала мне нужно вот что сделать. Так, я вот должен замерить сейчас примерный кусочек. Так, замеряем. Между каждыми ребрышками, вот так, чтобы вот в середине, чтобы вот с двух сторон у него здесь было мясо. Поэтому мы берем вот такую вот специальную отдельную миску. Ну что у нас осталось? Осталось 2 последних кусочка. Так, мы нарезали мясо. Сейчас я помою руки. А ведь это важно, потому что свинина — это всегда определенная опасность для таких досок. Поэтому для меня это сигнал опасности. Поэтому вот эту доску я промою для начала. Теперь второй наш способ — это выдавить чеснок чеснокодавкой. Вот такая вот чеснокодавка. И сейчас мы вот эти 3 зубчика чеснока можем подавить. Но сначала мы доску подвинем. Итак, мы подготовили чеснок. Дальше мы нарезаем лук. Так, и нарезаем лук полуколечками.
А сейчас мы приступаем к обжариванию свиных ребер. Итак, сейчас мы будем обжаривать свиные ребра. Начинаем, собственно, с обжарения. Правда, для начала мы включим вот такую плиту. Наливаем масло. Желательно растительного. Можно подсолнечного, но на ваш вкус. Какое масло вам пригодится, такое и наливайте. И ждем, пока масло раскалится. Как только оно станет вообще горячей, то мы уже начнем выкладывать. Ну, смотрим. По-моему, масло раскалилось. Ну вот сейчас уже масло нагрелось, и мы готовы двигаться дальше. Добавляем лук. Вот он лук. Вот сюда мы его добавляем. Добавляем чеснок. Итак, наливаем небольшое количество кипятка. Добавляем морской соли. Это наш обязательный. Атрибут этого приготовления. Буквально несколько щепоток. Добавим чуть-чуть. Трех штук перец горошком. Добавим черного молотого перца. Немножко пересыпал, ну ладно. Немножко перчено будет, но тем не менее, мы еще попробуем как бы руками вот эту всю красоту. Добавляю лавровый листик. Примерно полчаса до готовности мяса. И не забываем периодически помешивать содержимое сковородки. Засекаем мы время 23 минуты. Через 30 минут, где-то 53 минуты, даже, может быть, 54, мы оставим томиться
наши ребра. Свиные ребра. С луком, чесноком. И, кстати, мы забыли несколько добавить пряностей хмели-сунели. Мы забыли их добавить. Сейчас мы добавим. Прям по всему периметру сковородки. Запах идет очень хороший, аромат тоже не исключение. А мы пока займемся приготовлением макарон. Наливаем столько-то воды, причем полностью. Аккуратненько, аккуратненько ставим на плиту и начинаем варить макароны. Но сначала воду нужно слегка подсолить, в общем, это дело вкуса. А пока свиные ребра готовятся, осталось буквально еще, скажем, 8 минут. Осталось 8 минут, и, собственно, мы уложим их на тарелочку специальную. Сейчас мы пока все приберем. Ну, я так думаю, что наши ребра свиные готовы. Думаю, что нам их сейчас предстоит уложить на тарелочку. А сделаем это буквально вот таким образом. Я возьму вот такую тарелочку. Переходим к чуть небольшой завершающей стадии. Выкладывается на тарелочку сначала свиные ребра. Желательно положить вот таким образом. Вот такие у нас получились ребра. Немножко раньше положенного мы выкладываем, но это все, что у нас получилось, мы это уже с вами сделали. Свиные ребра выкладываются в начале. Затем мы после свиных ребрышек добавим чуть немножко лука. Чеснок в этом масле уже сгорел. На ограничитель ставим вот эти щипцы. Так, ну вроде все у нас есть. Вот уже начинают бурлить макароны. Думаю, что после вот этого блестящего приготовления свиных ребер, думаю, показывать вам я их не буду. Вот забурлила вода. Мы медленно, но верно добавляем макароны. Сейчас они будут растягиваться и загибаться, вот эти макароны. Добавляю немножко масла.
Итак, пока у нас варятся макароны, я хочу сказать, что во вторник вы увидите в группе ВК, не на Ютубе, нашу рубрику «Гран-при», где мы расскажем о Гран-при Формулы-1 2017 года, чемпионата мира Формулы-1, Гран-при Малайзии. Последний 19-й год проведения Гран-при Малайзии вот был на днях, в субботу и воскресенье. И что из этого получилось, я вам расскажу во вторник в этой рубрике. Вот они уже сварились. Итак, мы сварили макароны. Сейчас самое время быстренько прибрать вот эти все ингредиенты. Так. Вот такая вот красота у нас получилась. Я возьму вилку. Сейчас мы будем быстренько пробовать макароны и свиные ребра, потому что времени у нас уже не останется на полную дегустацию. Так, сначала мы берем макароны. Дальше. Свиные ребрышки можем съесть руками. Это на любителя, но кто как может, можно руками свиные ребра съесть. Ну вот так вот, короче говоря. Соответственно, мы с вами приготовили макароны и свиные ребра, поджаренные на сковородке. А с вами был сегодня Супер Дизайн. Спасибо всем, что посмотрели сегодняшнюю рубрику. Желаю всем приятного аппетита. И готовьте с умом. И готовьте для своих близких, родных и тем, кто вам дорог. Пока! Stronger.